Всем привет, бонжур, хеллоу, годы так и мелькают, приветствуем вас уже в 2018 году. Вы смотрите нескучные монреальские новости. Если вы и дальше хотите смотреть их, то помогите нам и подпишитесь на Patreon. Да, почти месяц мы ждали, когда вы наконец доедите свои салаты и вынесете елку. Некоторые держат елку до 8 марта или до полного выноса мозга. Ну что, канадские незамерзайки, самое главное, что мы пережили минус 35. И эти холода достойны песни. Хотя есть места на планете, где тоже было 30, если градусник перевернуть. Гололед, 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 все блестит. Сделай шаг и катись, и катись, и катись. Школы нет, ребятня кричит. Просто айсберг вокруг, вытяга, рискни. Это было жестко, это выходит за рамки. Я не могу так больше. Конечно, я выносливее, чем пингвины, которые получили обворожение. Но сделайте что-то с температурой за бортом. Ну, а о монреальской зиме нам еще до апреля вздыхать. Наверное, еще и метели, и ледяные дожди повторятся. Так что дарим лайфхак, чем заняться в минус 35. Морозим мыльные пузыри. Особенно эту зимнюю забаву оценят дети. Как только мороз без ветра, быстренько берем камеру, добавляем в мыльный раствор немного глицерина и ну снимать, как рождается волшебство. Вот, смотрите, сначала в мыльном пузыре маленькие кристаллы, цветочки, а в итоге суперснежинки. Бах! Три раза повторили, три раза лопнул, но так и красоту наблюдали разную. Рекомендуем. До апреля еще успеете. Мыльные пузыри – это прекрасно, но нам жить в этом году, а не только играться. Ну теперь пройдемся по новостям и новинкам 2018-го. Вдруг кто-то не слышал. Банк Канады повысил ключевую кредитную ставку на 1%. То есть вырастут кредиты, а ниже ипотеки, и дальше все вырастет. Новый мэр Монреаля открыл универсальный способ поддержать казну – повышение налога для собственников жилья. Блин, ну вот как раньше-то не додумались? Теперь, котятки, все владельцы собственности в среднем получат увеличение налога на 3%. Ну и хорошая новость – минимальная оплата труда в Квебеке вырастет на $1, и уже в мае будет 12 канадских. Ну и, конечно, 2018 слегка огорошил новыми пакетами в магазинах. Обещали, что будут экологичнее или вообще не будет. А пакеты стали прочные, как парашюты, и выросли в цене на 10 центов. И еще новость из разряда «Нате вам!». Квоты на штрафы за неправильную парковку ликвидировали, но добавили 12 миллионов на борьбу с теми, кто паркуется неправильно. Что тут скажешь? Молодцы! Собственно, вот так январь и провели. А есть такие монреальцы, которые традиционно каждый январь нет-нет, не в баню ходят, а от их подвигов кровь стынет в жилах. Крещение проверяет людей на прочность. Сильные духом и телом наши канадцы, невзирая на градусник, бегут к проруби и ежегодно окунаются в ледяную воду. Не сказать, что из года в год ряды отважных ширятся и растут, но все же прирастают новенькими. А уж старые закаленные члены отважных окунальщиков делают это красиво и бровью не дрогнут. Во как! И еще одна зимняя забава для молодежи и студентов – традиционный фестиваль Igloo Fest. В этом году 8 тысяч одновременно пришли повеселиться и грязь потоптать. А все потому, что как раз в этот день морозы взяли антракт и внезапно потеплело аж до нуля. Ледяные горки, инсталляции, техномузыка. Не пропускайте зимние фестивали, тут особенно радует чувство локтя. Замерзнуть не дадут. Ну а теперь наше громогласное мяу, браво и бис. И все это нашим танцующим и поющим деткам в мюзикле «Cats». Зрителей, как говорится, под завязочку. Еще бы, музыкальный театр Оксаны Марченко открыл Монреалю юные таланты. И не просто так, а во всемирно известном мюзикле «Cats». Первые артисты трехлеточки на разогреве, но уже тянут ножку, а вполне себе достойные артисты 6 лет во как поют и исполняют. Мы танцуем, девочки!
Мюзикл этот, как говорит сама Оксана, художественный руководитель, результат огромной двухлетней работы, где к каждому ребенку индивидуальный подход. Каждый ребенок проходит через сердце. Постановка всемирно известного мюзикла в детском исполнении – задача не из легких. Тут и фонограммы, и сложная хореография, и диалоги в живой голос. Но дети справились. При таких руководителях постановка стала звездной и вполне себе конкурентно известным подмостком. И трудно сказать, кто был счастливее в этот момент – юные исполнители или родители, или педагоги. Если вы и дальше хотите видеть наши нескучные новости, то поддержите наш проект. Как говорил Остап Бендер, не надо овации, лучше деньгами. Ссылка на Patreon внизу. И чтобы всегда быть на связи, подписывайтесь на нашу страницу в Facebook, Instagram, Patreon и, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всего доброго! Надеюсь, увидимся!